Аккумуляторы Хопики. Что нужно знать о хорошем аккумуляторе? Произведен в Германии. Поставщик на конвейер. 24 месяца гарантии. Аккумуляторы Хопики. Good. Very good. Торгово-выставочный центр «Олимп». Божественный выбор товаров на Якуба Колоса 3. Лучшие подарки для друзей и близких людей в ГУМе. 25 февраля блистательная Амалия Мартвинова и многие другие в комедии «Самое-самое-самое». 22 февраля, в день рождения легендарного клуба «Реактор», открытие года группа «Три кита». Специальный гость – леприконсы с программой «Лучшие хиты». Мир еще не слышал о них, но мы в них верим. Мы знаем, что победа у них впереди. «Кока-кола», воплощая олимпийскую мечту. Минский театр сатиры и юмора «Христофор». 18 февраля Любань, 19 Старые дороги, 20 Глузь, 21 Бобрусь, 27 Осиповичи, 28 Солигорск, 1 марта Новогрудок, 2 Гродно, 3 Воложен и Венец. Телефон в Минске 289-16-16. Без выходных с 11 до 19. Выставка-продажа во Дворце спорта «Машерова 4». Избавившись от алкоголизма и излишнего веса, вы сделаете счастливыми вашу мать, ребенка, любимого человека. Запись к доктору Ходоркину по телефону в Минске 232-72-73, Бресте 20-05-96, Витебске 36-40-30, Гродно 75-43-61, Могилеве 44-23-96. Не пропусти события. Телевизионный проект «Первый музыкальный» открывает невиданный концертный марафон. Блестящие. Чичерина. Премьер-министр. Сплин. Виагра. Дискотека «Авария». Сливки. Каждую неделю марта звезды на сценах минских клубов. 1 марта группа «Блестящие» в Мэдисон-клубе и «Чичерина» в блиндаже. 19 февраля концертный зал «Минск» Михаил Жванецкий с презентацией нового четырехтомного собрания произведений. 24 лютого, 17 годин, Палац Республики. Телефестиваль национальной песни на скрыжованнях Европы. У компании «Зорок» белорусской эстрады гости из Москвы, Голландии, Кишинева. Жадаете выдатно отпочить? Зрадите свой выбор. Жизнь. Хорошая штука. Как ни крути. Соки и нектары речи. Зубная паста 32 норма с активной втористой системой бережно ухаживает за зубами, предотвращая кариес у взрослых и детей. 32 норма. Здоровья вам и вашим зубам. Ну вот, насморк, в горле першит, кажется, у меня температура. Быстро и эффективно снять проявление простуды и гриппа поможет Фервекс с витамином С. Приятный согревающий напиток с лимонным вкусом. А для детей от 6 лет с банановым вкусом. Фервекс. Теплое средство в холодное время. Делми, пора вставать. Делми, ты где? Я здесь. Вот так сюрприз. Это еще цветочки. Вот настоящий сюрприз. Делми вкус йогурта. Он совсем не сладкий. Новый Делми – это свежее сочетание пользы и вкуса йогурта. Здорово. А вот и я. Уже завтракаете. Ой. Так, откуда цветы? Некоторые встают пораньше. Делми – ощутимая польза.